Лена, ты знаешь, что это такое? Могу только догадываться. Видимо, мой день рождения удался, и я ночки потеряла контроль. Слышь ты, пьяный мастер, какой к черту контроль? Я только что сиганул в ванную, не глядя, а там полная ванная роз. Я теперь что, как Брюс Ли буду 2 недели ходить? Одно и то же уже который год. А вот который? Который? Что ты меня проверяешь постоянно, а? Знаю я, сколько тебе лет, Лена. Лена, я 30 лет уже как Лена. О, 30 лет тебе. 2 из них Елена Вячеславовна. Вот не надо мне тыкать своим повышением на работе. Ты бы лучше, как большая начальница, разобралась бы со своими подчиненными тараканами в голове. Чтобы у нас после каждого дня рождения розы в ванной неделями не лежали. Игорь, это элементарно. Чтобы цветы дольше оставались свежими, их нужно оставлять в воде. Именно из этих соображений я тебя каждый год вожу на море. Схема не работает, Лена. Ты хочешь намекнуть на то, что я старая? Ни в коем случае, Елена Вячеславовна. Сговорились, что ли? Друг твой этот Юрка весы мне подарил. Я что, толстая? Ну ты же знаешь, он все буквально понимает. Я сказал ему, подари весы. Он взял и подарил весы. Может, он к гороскопу твоему привязался? Так, короче, быстро иди выкини эту дрянь из ванной. А, я поняла. Ты мне завидуешь, потому что тебе на 30 лет никто и цветочка не подарил. Может быть, потому что мне до сих пор 28? Как думаете, Елена Вячеславовна? А знаешь, что тетя Ира подарила? Целый набор. Пена для ванны, соли для ванны, свечи для ванны. Угу. Батюшки, как повезло нашим розам. Пойду полотенце повешу. Потому что они сейчас выйдут из этой солевой ванны, а вытереться нечем. А даже если, Игорь, все это делается для цветов, может быть, я хочу продлить ощущение праздника? Батя твой, когда домой приходит под шофе, включает кондиционер на обогрев. Вот это я понимаю, человек продлевает себе ощущение праздника. Вам, мужикам, только одно и надо. А я хочу, чтобы в моем доме розы простояли как можно дольше. Хотя бы раз в году, Игорь! Это что сейчас, камень в мой розарий, да? А в чей еще? Теперь лишь бы меня обидеть. Ты вообще помнишь, что ты вчера попал в меня пробкой от шампанского? Че, да? Да. Может, я пьяненький был уже? Просто вы с своей мамой так похожи. Дам тебе сейчас. Ты уже смотри, что сделала. Ну, прости. Это ты прости. Давай на следующий день рождения твой ты будешь брать подарки не цветами, а деньгами. Мне просто очень хочется утром нырнуть в ванну с деньгами, как Скрудж Макдак. Слушайте, господин Макдак, а где ваш подарок? Вот он. На, миссис Клювди. А что там? Посмотри. Ой! Мое обручальное кольцо! Ты все-таки выкупил его из ломбарда! С днем рождения, Ли! И за что я тебя так люблю? За то, что я Брюс Ли! Ой, Ли!